Привет всем, вы на канале Просто Детки. И мы продолжаем летсплей по говорящему тому, бегу за золотом. Как всегда, вышла очередная акция к китайскому Новому году, да? Но единственное, и причем, кстати, эту акцию на 2 недели дали, обычно там намного меньше, там на 5 дней или на 6 дают. Вот она у нас такая, фестиваль удачи называется. А единственное, что, как видите, у меня уже удачливая Анжела и генерал Том есть. Даже, наверное, больше, чем 2 недели давали, потому что мне писали об этом на канале еще неделю назад, наверное. Так что я просто играю в свое удовольствие. Давайте сегодня я побегаю генералом Томом. Сейчас его только найду. Где же ты есть, генерал Том? Так, попробую еще его найти здесь, да? Вот такие истории, получается, персонажи почти все есть. Поэтому я реже стал Тома записывать, когда вот я их получал. Мне было интересно, хотелось все получить. А когда уже вот она открыта, ну, как бы, без повода большого, и не захожу. Так, Анжелка была, а где же генерал Том, слушайте? О, вот он. Да, такая китайская одежда, китайская прическа. Выбираю. Так, сразу можно сделать улучшение. Так, время действия шлема за рекламу я увеличил. Открою сундучок. Взрывчатка, кристаллики, лучше больше очков вот этих вот улучшений дали. Так, как всегда, бесплатный сундучок. Ну еще дальше улучшу его. Получится время действия магнита. О, 2 раза даже. Почти уже улучшил, да? Время действия слитков. То есть, как видите, этих жетончиков я немного подсобирал, пока не записывался. Ну и время действия самолета. Не густо, как бы, но вот постепенно всех персонажей поулучшаю. Так, какие у нас ежедневные задания? Редко, конечно, я их выполняю в последнее время. Но вот захожу жетончики собирать иногда. Собрать вот этих зонтиков, да, китайских 9 штук. По-моему, несложно, да? Давайте быстренько это сделаем, а потом поучаствую в соревнованиях с игроками. Так, эти карточки я собирать-то, в принципе, не буду, смысла в них нет, если у меня все уже есть. Не, ну там, ой, можно покупать какие-то плюхи, можно даже персонажей там новых выиграть. Но чтобы их выиграть, нужно очень много, просто, наверное, карточек этих собрать, и очень много вот тех, ну как там есть, бонусные карточки открыть. Там 3 карточки, по-моему, или сколько. О, первый зонтик. Так, шлем и карточка. Ну как, карточка мне не нужна. Ага, особо вот шлем пригодится, вдруг врежусь. Хотя можно было попробовать. Здесь тоже, как и в томе «Погоня героев», есть возможность смотреть рекламу и получать за это вот эти вот карточки, за которые потом скупляться. Но единственное, что здесь в 2 раза там или в 3 меньше этих карточек дают, чем вот «Погоня героев». Не знаю, почему так. То есть там я, допустим, посмотрел рекламу, там, ну не знаю, там 5 раз и могу сундук открыть. А здесь рекламу нужно посмотреть 20 раз, ну, чтобы сундук открыть, грубо говоря, так скажем. Это, кстати, идея. А можно вот насмотреть рекламу там, не знаю, вот эти дни, что остались там, день там, штук по 10. И потом купить этих карточек штук там 30, не знаю. А вдруг выпадет какой-то новый персонаж. Потому что у меня уже многие есть, как бы, ну, еще, конечно, вот эти самые крутые, самые дорогие персонажи, у меня еще их нет. Потому что за реальные деньги их покупать не собираюсь. А вот в этих акциях... Ой, куда мне здесь? Ничего себе. Они не попадаются. Давно я в этой локации не бегал. Космическая. По-моему, ее как-то поменяли, вам не кажется? Честно, я, ну, не помню, что она была такая. О, дружбан, енотик. Мы с тобой дружили, а ты нас обокрал, да? Или мы с тобой не дружили? В общем, все равно. Вором быть плохо. Хоть друг ты, хоть не друг.
За это будешь догнан и наказан, да? Или как правильно? Догонен и наказан. Господи, слово такое. То есть, догонять-то понятно, а вот дальше... Так, ну что, смогу я его подбить? Я вот не помню, как у меня там управление настроено, уже давно с ним не воевал. Почти. Ох, ладыщ. Ага. Что, один раз не стукнул его, видели? В конце там буквально чуть-чуть не, ну, не попал по нему, уже в самый финиш был. Ай-яй-яй, как обидно. Ну, в принципе, я там что, только пару кристаллов потерял на этом. Это вообще не проблема. Мне они не нужны. И сомневаюсь, что когда-нибудь понадобится уже здесь. Я не думаю, что там новую локацию какую-то введут. Хотя может, конечно, быть. Игра популярная, даже очень. Просто ей уже столько лет. Она одна из таких первых серьезных игр была. На мобильных устройствах. И неимоверно популярная в свое время. В принципе, даже и сейчас. О, опять это космическая карта. Класс. По-моему, ее все-таки чуть-чуть переделали. Я не знаю, может, не прав? Может, просто какие-то декорации поменяли? А, наверное, расцветку просто в честь китайского Нового года, да? Точно, я же думаю, что-то не так с ней. Ой, не допрыгнул. Я вот не могу сориентироваться. Давно здесь не играл, поэтому вот эти расстояния тяжело, думаю, сейчас прыгну. Не так, как нужно. Мало эти зонтики попадаются вообще почему-то. Вам не кажется? А, нет, немало, уже восьмой. То я просто их путаю с картами. Но когда комментируешь, там кое-чего где-то не замечаешь. Так что осталось всего лишь один зонтик собрать. И можно будет закругляться с этой миссией. Опа, магнитик. Ну, давайте уже. Хотя магнит есть, шлем есть, можно и побегать. Так вот, игра была как бы одной из первых. Уже, мне кажется, все, что могли здесь придумали, ввели как бы разработчики. То есть сейчас как бы просто они ее оптимизировали, чтобы не было никаких глюков там, ничего. И на широкий экран она работает без всяких сложностей. Вот и зонтик. А вот именно нового вводить уже навряд ли что-то будут. Но если вдруг когда-нибудь ведут, то я вот буду готов по кристаллам. Не нужно будет потом их собирать, там ждать. И сразу золото куча, кристаллов куча. Можно будет все улучшить. Надеюсь, когда-нибудь такое все-таки будет. Так, Том, обычно я в тобой врезаюсь и потом выхожу. Но зачем тобой врезаться? Ты молодец, побегал хорошо. Ты заслужил честную победу. Это значит, что я... А, сейчас. Ой. Как только смогу... как бы так сделать? По-хитрому. О, вот. Нажал на паузу, сдамся. То есть ты вышел с этого уровня непобежденный. Красавчик. Сей заработал 1 000 000 очков. Даже удвоил золото. Не знаю зачем, но пускай будет. В хозяйстве все пригодится. А, кстати, сколько у меня его, я уже не помню. Так, глянуть. А, ну всего лишь 210 000. Почему-то маловато. Ну потому что я его в последнее время не зарабатываю, вот и все. А зато динамита уже, видите, 404. То есть я, ну, не каждый, конечно, день, но иногда стараюсь заходить вот, пробегать вот эти вот забеги, вот эти вот призовые. Ну и, соответственно, зарабатывать здесь взрывчатку. Так, ну что, бег на время. Давайте я... Все равно у меня есть взрывчатка, да? Пробегусь вот на сложном забеге. Конечно, это опасно, я давно, ну, несколько дней не играл. Ну ладно. Будь что будет. Проиграю, так проиграю. Вот когда выбираю несложный уровень, то пробегаю спокойно вот. Ай, притормозил немного. Плюс один. 30 там с чем-то, да?
Вот, чуть-чуть догоняю. Так, еще. Нужно ускоряться, так. Вот, постепенно-постепенно сокращаю расстояние вот это вот. А, я могу ускориться? Тю, блин, я не глянул. Ну, скажите, что я успел. Ха, видели? 45-696, четко. Не сказать, что прям все идеально было сделано, но главное, что я никуда не врезался. Один раз там чуть-чуть капельку замедлился. Так что вот, не часто такое бывает, что с первого раза вот 46 секунд вложишься, да? Ха, вот так вот и зарабатываются эти взрывчатки потихоньку. Ну, теперь, так. А вот, видите, зайду разок вот сюда. А в это колесо фортуны, я рекламу уже посмотрел, получается вот здесь плюс 20 вот этих вот карточек чаще всего попадается, да? А в беге героев там есть, ну вот, и плюс 50, и плюс 90 там, ну в общем, два раза больше, да? Можно вот так собирать эти жетоны, а потом покупать за них вот в этом магазине карты-сюрпризы. Что здесь может быть? А в карточках есть три типа наград: герои, валюта и усиление. А вот можно собрать, получается, по 110, ну не знаю сколько. Ну много, в общем, соберу я в следующий раз, когда акция будет заканчиваться. И потом устрою в следующем выпуске большой розыгрыш. Надеюсь, я про это не забуду. Кстати, можно купить за взрывчатку карточек, но это, по-моему, слишком, да? А потому что взрывчатку собирать тяжело, а карточки можно за рекламу получить много. Так, ладно, я сейчас с живыми игроками, то есть, грубо говоря, с вами, побегаю. Если вот после такого рывка турнирного я смог его пробежать в 46 секунд, то, надеюсь, вот здесь сейчас у меня сложности не возникнет. Ну, кстати, если я сегодня бегал генералом Томом, в следующий раз тогда возьму удачливую Анжелу. Как раз, может быть, какие-то усиления для нее соберу. Блин, вы видели? Двойное врезание, я просто немного не сориентировался. До сих пор он там шарики за ролики. Не, у меня какие-то глюки начались, слушайте, глюки. Блин, вот поэтому он, наверное, и стукнулся. Я уже их, наверное, не догоню. Уже концовочка. Блин, плохо. Если бы не двойное врезание, а хотя бы одинарное какое-то. Ну, это просто маленькая неприятность произошла. Еще разок. Причем я же такого первый раз, наверное, за все время, когда в два столба подряд. Вот как-то, не знаю, может, что-то где-то. Или интернет забарахлил, или что. Больше всего это не люблю. Поэтому сейчас буду повнимательней. Впереди тоже бежит такой внимательный чел какой-то. Опа, обогнал. Отлично. Опять вот, ну почему у меня в этом месте начинает глючить, смотрите. Такого раньше не было. И он, видно, не только у меня, видите. Ой-ой-ой. Ну, с горем пополам, короче, я финишировал первый. Но что-то здесь не так, слушайте. Ну не может быть подряд, кажется, два забега именно вот глючить в одном и том же месте. Вы видели? Оно же видно даже на экране, кажется, такие рывки были. Странно. Тем более, что вот остальные бежали вроде бы неплохо, а тоже почти 49 секунд прибежали. Так, ну третий раз попробую, ну, надо все-таки понять, в чем это дело. То есть, глючить из-за компьютера игра это не может, потому что она старенькая, по ресурсам не требовательная. А чего же тогда она глючит? Ой, опять я чуть-чуть замешкался. Но это ж не значит, что остальные все идеально все сделают, да? Поэтому если я вот... Блин! Замешкался, есть шанс, что остальные то же самое сделают. Так. О. Мы поедем, мы помчимся.
как-то вот забег сегодня странный, честно. Странный, пристранный. Хотя, смотрите, не сказать, что я хорошо бежал, но в 46 секунд вложился, да? А противники, видите, там отстали. Вот такие пироги. А, зато сегодня хорошо вот это турнирное задание прошел. Остальное это уже мелочи. А, ну что же, друзья, на этом наш обзор сегодняшний завершен. Ну, точнее, не обзор, а летсплей такой. А, надеюсь, вам понравился. Кто еще не выиграл этих героев, выигрывайте, получайте и наслаждайтесь любимой игрушкой. А также не забывайте поставить лайк под этим видео. Ну и в следующий раз не пропустите большой розыгрыш карт сюрпризов. А вдруг повезет. Пока-пока.